Hey guys, всем привет, добро пожаловать на канал. Я тут в стиме наткнулся на интересную, как мне показалось, игру под названием «Партизаны 1941», а точнее 1941. И, в общем-то, мы в ней с вами сегодня находимся, как вы понимаете. А все почему? У нас скоро май, 9 мая, День Победы, и захотелось как-то, знаете, немного окунуться в эту вот атмосферу, как бы это странно не звучало, но в атмосферу Второй мировой войны. Это, в принципе, каждый год, наверное, в мае так происходит, да, когда хочется посмотреть старые военные фильмы, какие-то легендарные, интересные, послушать военные песни. Ну и, соответственно, может быть, поиграть в какие-то вот такие вот, соответственно, тоже атмосферные игры. Напиши, кстати, в комментариях, любишь ли ты иногда вот к 9 мая в майские праздники в эти погружаться в подобную атмосферу, просматривая какие-нибудь киноленты и так далее. Но это все, ребята, лирика на самом деле. Давайте поиграем. Это игра с видом сверху, но достаточно интересная, судя по отзывам как раз-таки в Стиме и по оценкам в Стиме. Она, по-моему, если я не ошибаюсь, прошлогодняя. Вот, у нее, кстати, много вроде как дополнений тоже еще присутствует, но окей. Уровни здоровья партизан, врагов ближе к реалистичному, каждый бой серьезный вызов, собаки опаснее. То есть у нас есть несколько вариантов, в общем-то, сложности, да, как я понимаю, рекомендуемый уровень сложности для сюжетного прохождения. Но так как у нас, в принципе, игра называется «Партизаны», давайте попробуем именно на уровне «Партизан». 22 июня 1941 года в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Да, это, кстати, такое стандартное. Первые месяцы боевых действий советские войска понесли катастрофические потери. Под натиском опытного противника, закаленного сражениями в Европе, Красная Армия была вынуждена отступать вглубь страны. Захватчики стремительно продвигались вперед, сравнивая с землей города и сжигая деревни. Пали Минск, Смоленск, Новгород. Бомбардировкам подверглись Киев, Севастополь. Под угрозой оказались Ленинград и Москва. Тысячи советских бойцов оказались в котлах, в том числе командир роты капитан Зорин. При попытке выйти из окружения он был взят в плен и доставлен в ближайший дулаг. То есть, видите, нас вводят в такой исторический лагеря, должны были отправить вместо постоянного контекст этой игры. Понимая, что для него и товарищи это будет дорога в один конец, он начал готовить восстание, но фашисты об этом прознали. Угу. То есть нам, в принципе, рассказали такие достаточно известные, стандартные исторические события, да, то есть с чего начиналась вообще война, когда она начиналась. Вот насчет вот этого вот командира я не очень, как бы, знаю, да, действительно ли это правдивая история, но вполне возможно. Узнав о присутствии партизан, обычные враги могут попытаться включить сирену, а радист вызвать подмогу. А загрузка завершена, подкрепление. Ну, давайте посмотрим, в общем-то, что нас сейчас в курс дела введут, не введут. У нас, видите, должны быть какие-то, наверное, немецкие фашистские лагеря, которые мы должны будем сейчас как-то попытаться... Эти, почему так... Чё, наряжены? А, их ловили по лесам. Немец допрашивает. Для вас война окончена. И скоро она закончится для всей Красной Армии. Ошибаетесь. Мы вас еще до Берлина гнать будем. Молодец. Наша победа – свершившийся факт. Москва и Ленинград сдадутся через одну-две недели. Да, ведь немцы действительно так думали, кстати. У вас нет шансов против Великой Германии. Мы, арийцы, рождены правы такими, как вы. Все люди рождаются равными. Но вы, гитлеровская мразь, к ним не относитесь.
Was für ein Schwachsinn. Bringt ihn nach draußen zur Exekution. So gut wie erledigt, Herr Kommandant. Так, смотрите. То есть нашего этого Зорина вывели, сейчас хотят вывести за ворота и расстрелять, но вот тут как раз-таки, мне кажется, мы и должны сейчас будем за наших... Давай, гад, стреляй. Нас 170 партизан. Миллионов. Все равно всех не перестреляете. Ну что, неужели? Ага. Опа. А, он сам его, ничего себе. Слушай, блин, прикольно, да? Что это? Тревога? Наверное, старшина поднял бунт. А жаль, я не с ними. Придется бежать в одиночку. И винтовку не взять, руки связаны. Ну, попробуй пройти вдоль забора. На самом деле, связанными руками можно было бы ее взять. Так, стоп, а мы на что должны управлять-то? Подожди, это мы управляем камерой, а вот так вот здесь. Я вообще, кстати, не очень любитель... давайте сейчас, ладно. Я надеюсь, у нас не идет никакое время. Я просто хочу разобраться в интерфейсе. То есть у нас есть наш персонаж. Есть вот тут R, это перезарядка оружия. Z, X, C. А правая кнопка мыши. Ну ладно, сейчас будем походу... А вот это что такое? Управление персонажем. Используйте ЛКМ, отметить действие или отменить действие или перемещение можно ПКМ. Так, это для перемещения камеры. А, хорошо. Вообще, я бы только немножечко здесь при перемещении камеры, здесь происходит небольшой блюр изображения. Я бы его, конечно, бы немножечко сейчас подизменил, если есть такая возможность у нас. Давайте посмотрим. Странно, но вообще, по-моему... конкретно таких подробных настроек нет. Ну да ладно, вот я, кстати, немножечко резкость изображения добавил для того, чтобы было поинтереснее. Так, здесь у нас, смотрите, чел просвечивает, да? Угу. То есть у каждого есть его, в принципе, зона того, куда он смотрит и как мы можем попасться, если что. Нам почему-то обучение не дали. Когда противник оказывается в непосредственной близости к партизану, тот автоматически переходит в режим скрытности. А ну-ка, давай посмотрим, как это работает. Допустим. А, подожди, в смысле, или он на карты имеется в виду прыгает? Так, ребят, давайте я, наверное, сейчас быстренько отменю вот эту вот штуку. Потому что с ней, мне кажется, как-то не так атмосферно, что ли. Ну да, давай вот так вот. Так, хорошо, мы сейчас... Тихо. А вот здесь что за подсказка? А, у любого противника есть конус видимости. Чтобы увидеть его, нажмите на противнике ПКМ. Пробирайтесь дальше, не попадая в конусы видимости. Так, вот сейчас челик, в общем-то, нас палит, да? И... А мы можем только по прямой, что ли, проходить? Мы не можем пробежаться, допустим, пробраться где-то... А как мы должны здесь... Пробираться сейчас, типа, он же у нас... Ага, есть. Есть такое дело. О, тихо, чуть не спалился. Аккуратно. Нормально. Блин, я чуть не спалился звуком. Нажмите F5 для быстрого сохранения, для быстрой загрузки. F9. Учтите, на уровне служит народный мститель, сохранения на заданиях недоступны. Вы можете изменить настройки игры. Вы можете изменить игровые настройки. Хорошо. Так, окей, давайте F5 сохранимся, раз уж они нам напомнят. Так, пробраться вдоль забора к сараю, не дать себя обнаружить. Так, у нас есть вот этот, но он сюда вроде как не смотрит. Блин, ну вот эти пацаны... О, блин. Победа! Все, а чё, как он так пролил? Последнее сохранение. Хорошо, что я сохранился, они, блин, как знали, черти, ах ты... Собаки могут учуять партизана в кустах или в укрытии. Кроме того, в бою бросаются на ваших бойцов. Сильный запах, например, табака, может сбить собаку со следа. Вот так вот. Всем пригнуться. Так, в смысле всем пригнуться? Я не очень понял, а как мне нужно пробраться-то, чтобы не топать-то, а? Вопрос такой. То есть у нас, смотрите, стоит вот этот вот чел. А, он просто повернулся, я понял. Слушай, а мы можем как-то... Ага, отвернулся. Проходим. Успеем? Нет, успеем пройти? Тихо, действительно. Так, ну-ка, подожди. Для бега используйте, я понял. Во время бега партизаны издают шум. Хорошо, но это я уже тоже понял. Так, а мне бы как-то... Могу ли я, вопрос, вертеть камерой, допустим...
Подожди. Так, использовать окружение. Вы можете прятаться от врагов, используя объекты типа схрон. Нажмите ЛКМ на погребе. Ага, чтобы пробраться мимо патрули... А, я понял. Для подсветки объектов, с которыми можешь взаимодействовать, нажмите Alt. Вот так вот. То есть мы вот сейчас смотрим, что вот у нас есть это. Я только вот единственное, мне интересно, могу ли я... Стоп. О, блин, чел идет, тихо, аккуратно. Блин, опасно. Вот этот челик подошел. Слушай, мне интересно, могу ли я поворачивать камеру как-то под другим углом. Ну да ладно, если что, потом поглядим. Так, эти пацаны у нас ушли, да? Вот я просто вот его, видите, не очень вижу, типа. Блин, мне кажется, сейчас тайминг не тот, пацаны, тайминг не тот. Нормально? Хорошо, F5, сохранимся. Вот, он у нас ушел. И теперь мы аккуратненько... А как нам выбраться отсюда? Спокойно. Как выбраться-то? Ага. Блин, я поздно это сделал, ребят. Я очень поздно это сделал, мне кажется. Габельск! Габельск? Нормально? Хорошо. Идем. Все, спалили меня, да? Нет? Хорошо, блин, я думал, опять спалили. Опа. Бибехнули. Halt euch auf! Durchsucht das Dorf und den Wald. Так. Findet und erschießt die Flüchtigen. Es darf niemand entkommen. Zu Befehl. Сейчас начнут прочищать, значит, лес. То есть просто так мы с вами тут не выберемся, да, получается? Кажется, он приказал им тут все прочесать. Значит, еще кто-то сбежал. В смысле, кто-то, а ради него? Или они его еще не поняли? Так, игра сохранена. У нас есть автосейв, да? Так, ребят, давайте я сейчас быстренько гляну по управлению. Смогу ли я как-то скорость вращения камеры... Так, а могу ли я, в принципе, в целом, да, поворачивать? Да, вот, смотри, на е... Вот, отлично. То есть, потому что иногда где-то за текстурами я просто банально буду не видеть. Ага. Пошли. Это у нас складик, да? Может, мы сейчас здесь что-то, кстати, найдем? А мы еще и приблизить можем. Отлично. Вообще, кстати, вот игры от первого, с видом сверху как бы не всегда интересны, но бывают, на самом деле, действительно годные проекты, которые прям вот так позалипать, особенно вот, допустим, про Вторую мировую в мае, блин, я думаю, вообще будет топ. Так, наведите курсор мыши на ящик. Угу. Перетащите курсором или дважды кликните по нему ПКМ, также можете использовать. Хорошо. То есть мы сейчас здесь подлутаем, скорее всего, найдем ножичек. Вот. И миско у нас есть. Не видели? Найн. Так. Чтобы открыть весь мешок, нажмите I. Дайте нож в руки Зорину. Для этого перетащите предмет в ячейку для оружия. Слушай, ну удобное управление. И вот, в принципе, интерфейс достаточно прикольный. То, что это вот такая тактическая игра с видом сверху, это достаточно, мне кажется... Очень-очень может быть интересно. Давайте. Вот, винтовка. Так, а мы можем, говорит, куда его перенести? В оружие, правильно? Есть нам пока не надо. Так, это у нас крестьянин. Так, про него вот написано у нас. Навыки у нас, дерево навыков есть. Карта у нас есть. Энциклопедия. То есть, в принципе, ребят, для тех, кто вот любит позалипать такие игры, это прикольно. Тихо. А это кто? Это кто? При нападении в режиме скрытности персонаж убивает противника. При этом противник некоторое время сопротивляется и издает шум, который могут услышать другие враги. И чтобы противник не обнаружил труп, спрячьте его в схроне. Так подожди, а это кто? Вопрос. Это наш или не наш? Почему он так странно выглядит? Тебя не забудет. Есть. Такое дело. Так, а мы винтовочку сейчас случайно не заберем ли? Блин, я все хочу на этот, на ВСД. Подожди, а что ты винтовку-то не забрал, вопрос? Интересный ты молодой человек, конечно. Так, хорошо, сюда двигаем потихой. Так, у нас там есть дверь. У нас здесь есть еще один склад, где есть еще один ящичек. Но мы, по идее, должны аж вот так вот кругальнуть, да? То есть здесь не так все просто. Всем пригнуться, говорит. Пока вы в кустах, враги вас не видят. А прокрадитесь кустами в соседний двор. Враги не видят труп в кустах до тех пор, пока сами не зайдут в куст. Ну, блин, вот видите, то есть получается, это достаточно реально тактическая игрушка, в
которую, ну, интересно. Сейчас у офицера... Тихо, куда пошел-то? В передвижении в кустах производит шум, который вызывает подозрение у находящихся рядом врагов. Если вы хотите остаться незамеченным, лучше остановиться и подождать, пока уровень подозрения спадет. Окей. Хорошечно. Так, комендант с них за это 7 шкур спустит. Подожди, ну и что ты предлагаешь-то? Мне предлагается сейчас что, подождать сейчас или нашуметь и подождать? Вопрос такой. Вот они стоят-стоят. Сколько они будут стоять, вопрос? Сейчас вот так потихоньку. Опа, спалили. Только не иди сюда, пожалуйста, проверять, ладно? Ага, видишь, еще шумит немного. Угу. Потихонечку. Блин, а птицы меня не палят, нет? Так, куда они вообще смотрят? Госмотреть. Ага, ну в принципе вот это у них не попадает под зону видимости, так что нормально. Партизан мог сокращать путь, перелезая через заборы. Уп, паркур, паркур. Эть, нормально. F5 на всякий случай. Так, хорошечно, да? А мы можем здесь пробежать? Здесь в принципе далеко. А, здесь враг. Где враг? Где враг? О, вот он. Слушай, подожди, а мы можем сюда зайти? Игра сохранена, есть такое дело. Так, Зорин получил новый уровень и очко навыков. Вы можете потратить его в дереве навыков. Для этого нажмите Y и перейдите во вкладку навыки. Для изучения навыков более высокого уровня необходимо изучить 3 навыка из предыдущего ряда. Угу, ну допустим. Вперед. Я Что это? Забрать все. Так, подожди, давайте зайдем в навыки и что мы можем изучить, вопрос. У нас есть очко одно. А, так, есть ближний бой. Так, мы ничего, кроме пока ближнего боя, не можем, да? Так, это что? Сокращение времени скрытного убийцы полицаев. Убийства, точнее. Так, партизан с этим навыком имеет больше шанс выполнить легкую боевую задачу на глобальной карте региона. То есть тут прям серьезные, короче, дела. Так, ну подожди, он мне сюда как будто показывает. Бросок ножа. Вот это, кстати... Очень даже, я бы сказал, нужная вещь сейчас нам. Бросок ножа-то, согласитесь, ребят. На F, видите, у нас есть один бросок ножа. Так, подожди. И мы можем вот так, да? Уберу его тихо. Бам. Хорошо. Это мое. Ну, это мое, говорит. Блин, прикольная озвучка, кстати. Реально игра хорошо, качественно сделана. Врагов, перемещающихся поодиночке, несложно нейтрализовать или отвлечь. Другое дело, группа противников. Старайтесь не попадаться. Да это понятно. Так, в кустик. Тише, ша. Ищи теперь... Что-то там ветра в поле. Подожди, а нам надо сейчас, наверное, тайминг выждать, да? О, жмур. О, жмур. А, блин, я же... Я лошара, ребят, надо же было жмура-то. Я же забываю, что надо жмуров-то не этого уносить. Потому что обычно, когда играешь в такие игры, типа, знаете, Ассасина, там этим особо не пользуешься, потому что хоть там и есть такая возможность, типа, но... Блин, точняк. Так, ну это мы уже посмотрели, окей. Так, а где? Подожди, где предметы? Спокойно. Забрать все. Окей, есть такое дело. Так, хорошо, мы сейчас... Так, а мы выучили же навык, правильно? Нам надо его заново выучить, сейчас открыть. Так, F5, давай сохранимся здесь, наверное, правильно? Это мы сейчас посмотрим, поймем. А вот этого мы сейчас... Вы закончитесь. Вот так вот. Это мне еще пригодится. Вот так вот. И вот сюда вот этого пацанчика мы сейчас сбрасываем, наверное, да? А сбросить нам его как? На правую кнопку. Так, ну вроде как не видно его, правильно? В кусте-то, я думаю. Этот сейчас сюда пойдет. Блин, его точно не видно в кусте? Ну, по идее, не должно быть видно. Немцы не углядели, пусть теперь сами ищут. А это наш, что ли? Это наш предатель? Ну-ка. Что здесь? Некоторые способности партизана могут быть использованы только на определенном расстоянии. Но это мы уже тоже поняли, в принципе. Так, давай-ка мы сейчас... Ну-ка, давай, давай. Подведи. Этим все. Есть. Тихо, не шуми, слышь, дурачок. Тихо, блин, я немножко путаюсь. То, что вот на ВАСД, то, что здесь управление на мышку, меня, конечно, немножко это напрягает.
Не очень привычно мне. Давно в Lineage, так сказать, не играл. Так, дальше, а нам куда вообще надо-то? В лес мы куда-то лесом сможем? Не дать себя обнаружить, выйти к дороге, ага. Тихо-тихо-тихо, жмур идет, блин. Я в кусте нормально? Я в кусте вроде нормалек, да? Так, а мы его можем, кстати, чпокнуть, не? Блин, спалит меня. Спалит, не? Нормально, нормально, хорошо. Моя верность. Хорошо, и сразу его тоже в кустик. Сразу его в кустик отнесем. Здесь кустик, не? Да, все, здесь его бросаем. Блин, а почему их лутать нельзя? У них же пушки есть. Было бы, конечно, неплохо. Так, игра сохранена, это хорошечно. Есть? Ага. Я понял вас. Стала тачка. Нам, возможно, надо будет сейчас машину, кстати, по-быстренькому того этого замутить. Угу. Это что, сюда пошли жмуры? Блин, вы что, ребята? Ребята, вы... Тихо. Сидим. Куда ты пошел-то? Видишь, да, это и надо, подожди. То есть здесь у нас эти челентаны пропали. Так, я могу сюда выйти? Меня не спалят здесь? А вы можете встретить контейнеры неожиданной формы в неожиданных местах. Заберите содержимое. Это камень. Так, камень — простой эффективный способ ненадолго отвлечь противника. Ну это да, я в принципе понимаю. Слушай, ну а куда? Подожди, куда ты предлагаешь мне отвлечь противника? Это вопрос самый такой вот у меня. И как мы должны камень этот использовать? Есть здесь где-то ближайшие кусты? А то они что-то так палят, блин. Так, ну-ка подожди, камень. Я могу его куда-нибудь, допустим, на Z поставить, да? Тише. Слушай, а мне куда надо-то, вопрос? Выйти к дороге. Ага, ну давай попробуем. Подожди, а если я сейчас, допустим, беру камень, я его туда не могу закинуть, по идее? Или могу? Куда-то вот, допустим... Слушай, мне, наверное, надо вот сюда подойти чуть-чуть поближе. Нажать на Z... кинуть вот туда вот камень. И что, они не услышали, что ли? Классно. Тихо, не палимся, пацаны, не палимся. Давай, а что вы не слышите? А, надо вот так вот, по идее, да? То есть вот так вот, типа, сделать, вот как-то так. Вот, чтобы в зону видимости попало, не? И вот сюда... Тайком, ага. А дальше что? Выйти к до... Так. Подожди, а это вот они, наши, да, как раз бежали, ребята? Все, у нас сейчас... Ты чего? Санек. Поднимайся. Чуть-чуть же совсем осталось. Не могу, рано. Фетисов. Оставь меня, Санек, и беги. Беги, пока немцы тебя со мной не заметили. Какой беги? Ты с ума сошел? Наши своих не бросают. Я тебя на себе понесу. Чисто такая прям это военная доблесть, как говорится. Так. Отставить. Я понесу. Отставить. Капитан, живой. Я думал, вас расстреляли. Да со мной все в порядке. А вот тебя, я гляжу, потрепали. Нужно перевязать твои раны, но сначала найдем безопасное место. У деда в лесу есть землянка. Там немцы вас не достанут. Сколько до нее добираться? С раненым по лесам и болотам мы далеко не уйдем. Об этом я не подумал. Еще могу отвезти вас к дяде Васе в Михайлово. Он вас фашистам не выдаст. Отлично. Веди. Так, хорошо. Уровень сложности партизан. Время задания 13 минут. То есть мы первое, в принципе, задание с вами прошли. Давай сейчас... Далеко ли нам идти до этого дяди его? Вот в чем вопрос, ребята. Так, ну-ка. Игра сохранена. Ну как? Ему лучше? А, все, мы дошли. Лекарства еще не подействовали, но, думаю, выкарабкается. Он у нас парень крепкий, лесгафтовец. А кто это, лесгафтовец? Вот у меня тоже вопрос. Спортсмен. Студент физкультурного института. Есть такой в Ленинграде. Слышь, хозяин, мы у тебя переночуем, а утром уйдем. Санек говорил про какую-то землянку в лесу. Это та, что Трофима? Охотника? Да, я не... Ой, смотрите! Полицаи! Угу. Они, наверное, нас ищут. Что делать? Тебе оставаться в доме со старшиной. А я выйду к ним. Поздороваюсь. Постойте. Возьмите под половицу пистолет и лекарство.
Из вас бы получился отличный подпольщик. Ждите здесь. Сейчас мы их дрюкнуть должны, да? Давай. Ух, последнюю хату осталось проверить. Так, используйте аптечки для лечения ран и восполнения запасов здоровья. Для этого необходимо поместить их в ячейку используемых предметов. Для стрельбы из оружия необходимо экипировать его и найти патроны. Так, обезболивающий позволяет купировать травмы до конца задания, выполнить его, невзирая на боль. Вот так вот, да? То есть не так все на самом деле просто, да? Так, взять все, воруем нахрен. Так, давай попробуем. Сейчас мы пистолетик мы поставим на второй слот. Я что такое? А, все нормально, да? И он у нас, в принципе... Тише шаг. А где у нас дверь? Вот эта, да? А есть еще задняя дверь. Слушай, ну и что он предлагает-то мне вопрос, типа? Подожди. Займите укрытие, когда партизан... Так, хорошо. Ну это понятно, да, здесь, в принципе. Так, заняли мы укрытие. И что дальше? Мы должны поменять пушку и бибехнуть, да? Бам. Даже вы закончитесь. О, шикарно. Что там за шум? Где командир? Этот очнулся. Разбираетесь с полицаем. Придется вам уходить. Места тут болотистые. Да еще и дожди все разбили. Дожди все разбили. Добраться до леса можно только погоди. Он начинаете типа задерживать. Украинец? Вам нужно будет пробраться дворами, а дальше Санек вас проводит. А вы не пойдете? Я вас замедлю. Идите без меня. Свидимся, когда все уляжется. Спасибо, дядь Вась. Идем. Заберем у фашистов. Вот, оружие. Да, надо было сразу так делать. Воевать. Оружие забирать, на самом деле. Потому что иначе что-то они как-то долго будут вот так пробираться. Так, ну у меня есть пегаль, у них теперь есть пушки. Топор деду оставили, ну нормально, ладно. И без... Так, ну а жмуров не надо ли убрать? А то деду потом люлей дадут. Так-то, не? Куда мы можем их убрать? Никуда? Ну ладно, дед, может... Ну ладно, дед, сам разберешься, я их тут положу. Вот ты уж там сам их как-то растащил. Подожди. А, смотри, а я могу, короче... Смотри, у нас теперь три партизана. У нас теперь три партизана, и я так думаю, что мы ими можем потом уже управлять, допустим, в целых каких-то... допустим, не знаю, вот таких же дворах, да, мы сможем этими тремя партизанами управлять. Соответственно, у одного есть дробовик, у другого есть винтовка, у третьего есть пистолет. И мы, наверное, можем потом с разных сторон заходить, какие-то проворачивать интересные штуки и так далее. Ну, интересно. Так, у них, я так понимаю, есть левел, да, ап. Вот, да, у нас вот сейчас у третьего мы можем у него прокачать некоторые навыки. У него есть 2 очка навыка. У этого есть тоже 2 очка. То ли... А это интересно, это их общие очки или нет? Ну, по идее, нет. Так, есть преодоление высоких стен, знаток укрытий. То есть, видите, да? Что мы можем, допустим, прокачать вот этого Санька на преодоление высоких стен. И получается, что один он сможет их преодолевать в каком-то нужном случае, а другие, допустим, не смогут. И тем самым варьировать дальнейшее прохождение. Увеличение количества восстанавливаемого здоровья. Так, ага. Тихий шаг. Вот, я бы на самом деле сделал из него такого вот, как раз таки, что называется, ассасина. Некого, да? То есть, конечно, вот в точность стрельбы, но я бы еще и тихий шаг бы ему сделал, чтобы он мог, если что, в упор подойти и как жахнуть, блин. Так, у них, кстати, смотрите, у них даже дерево навыков свое у каждого. Так. Сокращение времени скрытного убийства полицаев. Увеличение бонуса защиты персонажа, находящегося в укрытии. Вот он, кстати, с винтовкой. Ему вот это, я думаю, пригодилось бы. Так, а это длинная очередь. То есть, чтобы шарандашить вообще жестко, да? Таранташить. Увеличивать точность при стрельбе из пистолетов пулеметов. Так, слушай, ну я бы прокачал, наверное, вот эту штуку. И пока... Так, а это что у нас при стрельбе из пистолетов пулемета? Слушай, ну и, наверное, давай... Ну, ладно, окей, с очередью пускай у нас будет точность. У этого больше очков пока навыка не имеется. Хорошо, поехали. Так, ну мы за нашего основного будем сейчас проходить. Раз уж мы начали, да?
Место вещь в мешках партизана ограничено. Подобрав предмет, вы можете передать его другому партизану, перетащив значок предмета на портрет или нажав ПКМ и выбрав из списка. Слушай, ну интересные механики-то, посмотри. Ребята, вот напишите в комментариях, играли вы в эту игру или нет. Как вам она вообще в целом? Возможно, вы захотите по ней увидеть стрим, потому что все-таки так, достаточно длительные прохождения. Так, теперь под вашим управлением отряд из троих партизан. Чтобы выбрать всех партизан, нажмите F1. Для выбора определенного... Слушай, подожди, ну нам надо по-любому F1, чтобы все двигали дальше, то есть, да? Добраться до деревни, а нам в какую сторону? В эту. Ага, вон у нас еще фрицы стоят, кстати говоря. Угу. Что это за полицай, Санек? Речь у них русская, да и лица простые советские. Неужто это наши с этими тварями спутались? Да, конечно, они. Никакие они не наши, понятно? Предатели, вот кто они. Полицаи. Служат коменданту за деньги. Некоторые хуже немцев. Ну, вот так вот. Это кем нужно быть, чтобы пойти на службу к фашистам и мучить своих же? Вон еще стоят. Пойдем спросим. Сейчас развал кабин, ребят, будем устраивать им, короче. Так, здесь что за подсказка? У разного вооружения разная дистанция стрельбы. Для максимальной эффективности сокращать дистанцию до противника. Ну, понятно, да. Вы можете осматривать труп противника в поисках вот это вот уже становится... Здесь враг. О, интереснее. Тихо-тихо-тихо, пацаны, не палимся. Так, смотрите, у нас вот этот челик, у него дальность стрельбы высокая. Но! Смотрите, что мы делаем сейчас. Мы берем нашего Санька... Его перемещаем сейчас сюда, потому что у него дрободан, как бы. Правильно я понимаю? Спокойно. Наш этот тоже дострелит, и этот тоже может дострелить, в принципе. А как-то нам можно ли, вопрос? Подожди, а что он может F-кой? Ну-ка, подожди. Тихо. А как у нас F-ка-то не активируется же, да? Или активируется? Подожди, мне интересно, если я сейчас начну тарандашить. Или мы можем за всех вот так вот. А как-то я могу выбрать, кем кого бить? То есть, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, допустим, вот этого. Вот, на меня. Блин, а! О! Этого подбрили, слышь? Вот это что-то пошло не по плану. Так. Блин, вообще что-то пошло не по плану. А, блин, надо было им каждому, короче, занять нормальную позицию, стрелять. А я что-то, конечно, лоханул. Ему сразу с разворота дали, ни хрена себе. А? Б. Тихо. Так, подождите. А его не надо отхилить-то, не? Так, надо полутать пацаков. Разведки. А, так, патроны. Надо будет, видите, еще здесь потом всякие патроны. Да куда ты? Зачем? Блин, я же не то хотел. Стой. А, мы... Подожди, мы можем полутать только одного, что ли, получается? Я понял. Так, сохранимся на всякий случай. Так, уничтожьте полицаев во дворе. Управление группой в бою довольно непростая задача. Используйте укрытие, чтобы обеспечить партизанам повышенную защиту. Вот видите, а как вот он здесь, смотри, он... Они все, видите, так вот расходят. Тактический режим замедляет скорость игры и позволяет скоординировать действия. Для активации тактического режима нажмите пробел, чтобы деактивировать... А, вот, здесь еще видите, какая хрень. Чтобы получить информацию о вероятности попадания из экипированного огнестрельного оружия, наведите курсор мыши на цель. Я понял. Так, если вы не в бою, то враги перестанут вас видеть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, а куда... А где они, где они? Вот они, три жмура, да? Три будущих жмура, пацаны. Подожди. Стоп, 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 стоп. Куда вы прокрадетесь-то потихоньку, пацаны? Вы чё, блин? Слушай, а почему у меня вот здесь какая-то хрень горит? Подсказка. А? В этом доме жил мой друг Петька. Среди трофеев вам будут попадаться предметы серого цвета. При завершении задания они будут конвертироваться в ресурсы. А где тут трофеи какие, я не вижу. Альт. Ага, увидел. Увидел. Что мне делать? Кто не рискует, тот не выигрывает. Ну да, логично.
Так, а подожди, у нас вот он есть, смотри, паркур место. Мы сейчас все перепрыгиваем. Так, а есть... А кто у нас здесь кто? Так. Так. Смотрите, мы сейчас должны сделать замедленный прицел. Допустим, здесь мы берем вот этого сюда. Второго мы вот сюда. Третьего мы вот сюда. Нет, его спалят. Его спалят. Третьего мы вот сюда. Все, мы каждому, видите? Мы каждому, понимаете, раздаем задание, типа, да? Так, а это у нас снайпер получается. Снайпер у нас элитный. Так, мы им стреляем по вот этому челику. Блин, вот этого как сбрить-то? Блин, наверное, мы знаете, что сделаем сейчас? Мы вот этого бы сейчас как-то... Блин. Так, как бы нам так сделать бы? Давай его, наверное, мы вот... Блин, стоп, парик. Блин, а он палит сюда, да? Ну ладно, давай тогда попробуем вот мы как сейчас сделать. Не торопимся. Первым мы стреляем по вот этому, вторым мы стреляем по вот этому, третьим мы стреляем по вот этому. Есть такое? Ну убивайте его, ну убейте, ну попади ты, ну Алёша. Блин, да Валера. Давай, ну убейте. Да убей ты его, ё-моё. Да убей ты его, матерь дочь. Так, сюда. Так, вот этот сюда стреляй. Так, а этот перебежит сейчас сюда, если мы вот так будем. Эх, не сбрейся только, давай. У него релот. Давай. Хорош. Разобрали их. Так, давайте сюда. А что, еще есть где-то? Выйти к болоту. Забрать все. Отлично. Ну смотри, ну мы их развалили. Грамотно вообще, кстати. А, Б. Забираем все. Тихо. Оп, металлолом, ножичек. Так, ребят, мы давайте на этом сохранимся и, наверное, закончим, потому что ролик у нас уже получился достаточно длинный. Вот. В принципе, игра очень, на самом деле, интересная, тактическая и... Не знаю, такая атмосферная, что ли. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам понравился данный ролик или нет. Завезите, конечно же, лайк и, в общем-то, напишите свое мнение в целом об этой игре. Понравилось вам или нет, так же, как и мне. Ну, точнее, мне это понравилось, а вот как вам? В общем-то, пишите ваше мнение в комментариях. Всем спасибо. Желаю вам хорошего вечера, дня или ночи, если смотря когда вы этот ролик смотрите. Всем спасибо большое за просмотр. Увидимся на связи. Пока-пока.